Почему мы же вместе были? Тогда же ты должен понимать, почему он не хочет больше. А нет, нормально все было. Че, пошли трэш пинать, бедолаги. У меня там потом руки тряслись, наверное, после этих переживаний. Нормально все было. Вот 100 раз делали. Ой. Больная это. Агрегенерация. Вот только уже ни разу не заходил, по-моему, да, который дамажил. Почему Дипс гонял с нами? Нет, другой рога был, который 20-ки давал. Карган. Карган, да. Ты по центру иди, как-то это странно идешь, траекторию выбираешь. То, что ловушки по бокам, они не срабатывают, то пофиг. Мишка, блин. Что он творит-то? Кто? Здорово, Оджик. Чё, сотки по 2 уйдем на этих дракончиках на Сендре. Кстати, да. Да. Главное, что никто не упал тут. А, ну, переагрить точно никто не сможет. Ну, только если Брюс вот так же не ворвется с ноги. Вы видели это, да? Да ладно, что? Чё там? Там Рога погиб. Геройская смерть. Ну, не прям геройская. Один против толпы. Ладно, я танка обогнался, идет нахуй. Ебанутый урон, пиздец, конечно. Никто не смеет входить. О, нифига, даже после этого, после модов, даже рыба выглядит по-другому. Ну-ка, но, нихуя себе, ебать форелина нахуй. Просто какая-то, глаза какие-то стрёмные, пипец. Представьте, шкаф. Моды на графон. Что ж, рунчики, шкаф ставьте, выдлы. Потом Азерет не может попасть в инст. А Викарь трансмут поменял. Красивый стал. Спок, ты тут? Да, здесь я. И меня квили КБ прямо сейчас, срочно. Аддон, в смысле? Да, да. А там всех суммонить, типа, быстренько.
Все. Так, сейчас. Доброе утро. Доброе Здорово. Утро. Это крутилочка, что ли? Ага. Здорово. Ля, вихрь, я ты нам оторвешь. У вас там фул, да? У вас слот как раз. А, ну, когда... Вихрь тоже купил себе, что ли? Ты пять? Чего? Да, он фул ты пять стоит. Псис. Че, вообще что ли это? Какой интерес тогда играть? Прийти просто в аккаунт, смотреть, как ты первая строчка. Это же делается, чтобы вас вагонов нахуй водить потом за это. Не, просто это. Вихрь понял, что орки одному на первой строчке, и он решил пободаться. Раз они будут играть вместе. А вы так, фон. Все, сука. Не, нихуя, но. Тут до марта чуть-чуть осталось. Хайнсик, ты тут? Брат. А воруй тут, воруй. Я почти. Почти тут? Да, я этот, хотя бы купить банок, блядь. Ретрик, раздай тогда булоки, кресты, барейны. Так, сейчас. 20 секунд, быстро. Ретрик, раздай, пожалуйста, кулаки, кресты по рейду. Сальва. Как? Не, это под рулям кулак, наверное. Вряд ли им нужен МП5. Тем более, два шамана поставят ТТ. Да. Руля маску, вот чё дать. ДК он кулак тоже дай. Приедет он, зайдет, да, плюсанет же, Луна. Плюсанет, конечно. Ну всё. Я... 5, 4, 3, 2, 1. Редрик, поставь ауру от льда. Редрик, поставь ауру от льда, блять. Выбегите, ребятки. Кастер, Ламидок, выбеги, пожалуйста. И Азерет, выбегите, пацаны. Все, там вижу, Хант уже вышел. Все, может, один совок вернулся. Пока эти наводятся. Дай Гершу. И что-то еще надо поднять будет малыша. Шипы слева от вас, шип. Квин, Мун, подними, пожалуйста. Я поднимаю уже. Там нужен вас, ребят, осторожно. Варек, когда он крутится, включайте свою это отдачку, крутилку. Под будете жопку. Дамажить. Под жопку становитесь, ребята.
Checkpoint Spycast. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Шип слева от вас, сзади слева, ребят. Bone Storm Cast. Если к вам подошел лужу, насрал, сразу отбегайте. Все, можете обходить лужу, под жопку становиться. А чё, у меня таунт не бачит нахуй до этого дауна, который массовый. Право, слева от вас, ребят, ошибка. Надо кому-то ролните по-быстренько. Вы здесь потому, не было, да, сколько? Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Смотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускул, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Еще я минутку кровать уберу. Я у тебя жестко в радиусе долбит. Я не смог отвести даже. 8 метров, что ли, или что-то такое? Да, что-то продал, блин, это. А если без супа друбил? Понятно. Еще
Сейчас человечка поднимем. Дай ему кулачок и погнали, домашний босс. Блядь, у нас блядь. Что, плюс один, да? Как вы смеете ступать в эти священные могилы? Там на кассе ждем. Он не приехал еще. Там на шире, а, меня поправили, вот там на шире звать. Я забыл, что я танчу, пацаны. Подними азерет человечка, которого потеряли. Ты не в силах противиться моей воле. Ну, своих не надо убивать. Ну, там фурик зарезал, да? Ну, Ланидок, подними рогу, а то ему скучно. Давай, Войд, гаси его, мы завалим вдвоем. Палка его. Сейчас следующий пак вылезет, весь трэш сольете на площадке. Чтоб он не мешался. Не убивайте его, не надо. Вы контрольте его. Не вот укинул бы. Мопчики сзади, там два мопчика, надо бы убить их. Потом переводить. Они уже накастовывают нихуёво. Все, переводите быстренько, босс. Spirits. 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 У меня под фуллстаками не хватает все-таки. Так а у тебя под фуллстаками агро перестает набираться, пока не спал. Да оно типа как-то раньше же даже сквозь вот это набиралось. Не, вот все, у тебя сейчас пока стаки не спадут, ты не набираешь агро. Потом спали, ты опять начинаешь набирать агро. Может, казалось, что ли, что раньше на паладине даже сквозь вот это набиралось? Спирит. Может, мне кажется, просто. Противиться моей воле. Ты убегаешь еще. Спирит. На всю волю господина. Чёрт. Ваша смерть неизбежна. Там на дизайн. Вот туда же. Не, он отдай этому хайлинскому паладину. Окей. Хайнсику точнее. Лучше собрал, ничего не обрыл.
Там это мобау зацепили сзади. Комбат тоже нет. Ну на двух хилах, на трех хилах. Вот уже на рейде есть. А, пес. Крейзи Хан зацепил. Все, я выйду. Уже долго. Уже ничего не делать. Че, нету, по-моему? Ну там Брюс уже нет. А, это не Брюс, это Реттик, я думал там Брюс бежит. Не-не, я тоже ворвался, там был комбат, что надо. Ну я за споком уже поехал просто. Самый первый пак, видать. Фантовский пет ворвался с ноги. Как эту хуйню-то выключить, а? Паша, сейчас поборемся, да? Ты пять людьми. Да где? Я уже с лица мочу вытираю, блядь. С ребрада начинаю, нахуй. Сейчас я руки разминаю тут. Не, я типа ворка, там смысла нет мне вообще бодаться. На тухле еще могу. Ну ты готовься тогда хотя бы на тухлом, на гниле. Там в Т4 можно крутить урон, нахуй. На дракончиках будем перед синдрой гоняться. Ну там-то ты накрутишь, я ебу, блядь. Кто сейчас самый заказывал, да? Джетпак берите и надевайте его. Будем биться со смертельным врагом Лактарага. Горкрон, взлетаем. А Аранен, кто такой Аранен? Что он выдает? Квест проплыл мимо. Ну ебать, вся гильдия, кроме с рукомнями, блядь, в целках. Ну он пока камнями срал, он это не успел. Нет. Ну да. Летите, ребята, убивайте. Чё там, Сандвар, Ворой? Чё, быдлы? Чё вы тут делаете? Оставьте моего моба. Дефнемся, дефнемся. Ладно, пойдем на корабль к врагам. Блять, я упал, сука! Ладно, блядь, я джетпак не одел, ёбаный в рот. Блять, камикадзе ёбаный. Просто, блять, Спок меня суициднул. Угу. Спок на тебя джетпак не одел? Ну да, да, да. Огонь!
Как мамка, не проконтролировал. Я могу в твой аккаунт вторым окном зайти и отыграть неплохо. Ну да, именно так. А есть БР? Или нахуй? Давай. О, спасибо. На весит петро так быстро. Ой, пусть заткнет эти пушки. Ружейники. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Ой. Ружейники, огонь. Сколько хп там осталось? Что? 150. Тоже джетпак не одел. Сука. А, так у нас, ё-моё, паладин сел в пушку вместе с Азеретом, и они там дамажат, не по-детски. 1-2-1-2, нахуй. Хер помещаю, скину. На каждого по кнопке. Вон. Вон, у пацанов уже по 400, у этих там 300 еле наковырялось. Пушка свободная стоит, если я не ошибаюсь. Уже нет. Ну, если они от 1 до 9 копят, то нормально. Не, ну по урону видно, что что-то не так. Ну, не всем дано. О, хп. Две кнопки нажимать. 24 000. 24. 24? 24. Возвращайтесь, ребятки, назад. Ребятки, назад. После мага сразу. Уху. Поплыл. Пиздец. Получается это отображение хп босс. Надо кому-то. Чё, вихрь, получается, тебе скоро? Да, да, он пусть до конца там чуть-чуть осталось на самом деле. Давай приступай. Надо кому-то. Рибахните, пожалуйста, конченого там вара одного. Рыбку поставил, кушай. Трое, будьте начеку. Блядь, только что. Присоединись ко мне, отец. Для права там. Спасибо. И вместе мы разрушим этот мир во имя плети. Герус Пола, пожалуйста. Луна, а чё там? Ямамото, он дома уже? Скоро? Близко? Я здесь, чтобы забрать его тело. Близко. Но так далеко. А чё там всё относительно начнётся, да, там? Ничего. Поставь на броню, пожалуйста, ауру ретрик.
Меня не слышит. Редрик, слышишь меня? Нормально. Походу не слышат. Может, не знать, что такое аура на броне. Проверить хотел, слышь, а нету, он не боится. Тяжело. Поменять надо дверь. Это лагу. Слейте мопчик. Опять на тебя повесит. То я луне обогнал. Пиздец, вот как будто что-то не то с интерфейсом. Вот прям не знаю, что не так. Вроде все сделал как было, и все равно, блядь, не в своей тарелке, нахуй. Как будто, блядь, не на своем компе играл. Вот у меня такая же хуйня сейчас с новым монитором. Я сижу и маленько, ну маленько как будто не хватает красок или еще какой-то херни. Что-то не хватает. Я уже, может, надо графон просто уебать опять в минимум, нахуй. Что я привык, я не знаю. Чё-то вот не хватает, не могу понять, чё вот не хватает. Не знаешь, когда хочешь что-то сожрать, но не знаешь, что хочешь. Вот такая же хуйня. Это, пингов тебе не хватает там, просадки. Да, да, вот чтобы ответственно, когда Гера дается, чтобы вот это вот зависание, блядь, трехсекундное, нахуй. Вот это вот же ДПС от этого увеличивается. Это бомжи эти, нихуя не дамажат на своих, блять, топовых компах. Нормальные пацаны начинают с 5 секунды только ротацию свою открывать. Потому что... Ну и вот. Сложно перестроиться, когда всю жизнь играешь на говне, и тут пересел на конфетку. Цифры вот эти вот, я не помню, где они были, сверху, снизу, блядь, слева, справа, нахуй. Как не поставишь, никак неудобно, нахуй. Я сейчас просто по рейду буду идти и настраивать свой интерфейс, нахуй. Потому что... Ты хуйня, как так получилось? Хуйня сюда залезает. Это танчишка. Ну да. Маша пришла? Не. Даже не знаю, не у меня. О, вы чё, метку просрали? Ну вы чё, пацаны? Блин. Че, Мак себе тоже? Нет, Мак 4Т4. О, Тоски, привет. Просто здравствуй. Ставь сразу там. Вот, максималочку ставлю. Вы будете долбиться за Тоски? Это, там все под ЭКП, я ролил только на дизайнчик, парни. Весь мод под ЭКП. Ну, нате, долбить. Вон, пошли жара. Вот так. Ты еще дипс только что спалился, что тебе они не нужны, и ты их на ПВП берешь. Ты сейчас за ДКП хочешь на ПВП? Но это не по мейнспеку, поэтому думаю, нет. Орки там 200. Не, орки, брат. Я заберусь от них. Орки 1200 ставь, пусть он больше отдаст просто.
Там кот домашний постоянно на фоне. Ну эти вот, я не знаю. Если хотите, кому-то могу дать ролить, кому надо. А, это у воруя, сейчас его замотаем. Больше никому не надо. Магу надо, магу и ладнедол. Ну вы за ГП их не будете брать, за ДКП, я уверен, да? Тебе спок тоже не знаю, или ты хочешь за ДКП? Если чё? Токен маленький. О, маленький. Не, я не ролил ничего. А, ну. А, это Азерет. Азерет, ты хочешь за ДКП токен? Правда? Ты думаешь, он тебе нужен за ДКП? Джагабанита, ну тебе не нужен, да, как я полагаю, за ДКП? Или нужен за ДКП? Он вам просто никому нахуй не нужен, ни одному из вас. Поэтому я хочу понять просто. Ну тогда вон Лони Дог и Азерет по десятке. Просто... А ты агро рвешь. Ой. Агро рвешь просто Азерет, неудобно держать. Мощный. Все равно в Т4 ходит, так что смысл. Че, пока с нам, пацаны? Как дела у вас там? Так у нас бафов рейдовых вообще нету, нахуй. Чё ты хочешь? Плюс в целом, нахуй. Тут просто так пошли, не всё. ДПС мерится при фул рейд бафах, при всей хуйне, прям масло, хуясло. Плюс от ДПС от других людей зависит твой ДПС и так далее. А тут, пацаны, вот, чисто. Вчера докачались. Полчаса назад Т4 выбили и полетели. Это. Я покурю быстренько, вспомнил. Окей. А тогда игру блок? Или лутера мне там, чтоб я боешки забирал?
Тот сова, зелец, сова. Опа, 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 у меня чашка да, чашка да. Темчик бы на природу, а то что-то тяжко вам. А не в бафах. Математика, Окс. Типа ты ставишь тотем, и по всем начинает прилетать там на пихатку, на косарь, там на полтора меньше. В зависимости там сколько там бафчиков, дебафчиков, резистиков. И умножаем на 25, и это охеренное число. Поставьте шкаф, нам надо шиноморье засумонить. Рыбка стоит вот в уголке. Кушаем. Это, то на каше ты ДД. А, то на шуру. Эти касочки. О, касочки, господи. Кулачки и кресты, точнее, дайте. Касочки я даю. Да, я первый подержу. Ты и так будешь первый держать. Ну, я так, из уважения, просто спросил. Хочу стаков полутать, потом в берзу подрубить, как втащить ему. Принял. Бля, кто согрел? Я банку проебал. Не увидел. Нет, ты не танк. Ты, не знаю, ты ДД. Воруй, выбеги. Звездочку. Типа есть и поменьше, я не успеваю стаки набрать. Геру опять зажопили. Там вроде отжиг квеста хочет делать сейчас, да? Да. Ты готов, Оджик? Я всегда готов. А, ну да, что я спрашиваю тогда? Даже если я не готов, то я готов. Логично. Он уже умирает, стаков хер маленько, 6.
Забеги в медиатор. Чё, будешь взрываться? Давай. Ну я вон шпшку и паладина обогнал. 12к дпс. Мне нужно 3 не ддшные, блин. А он в большом радиусе взрывается, да, после тести? Ох, хз. Я не очень сильно хочу взрываться. Взрывайся. Ладно. Ну, давайте добивайте быстрее, парни. Ищ. Ну... Главное. Да, сука. Тухлопуз, ты всегда был моим любимчиком. Надо, может, кому-то. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Рунгильд, у тебя квеста, да, нету, как я полагаю? Там это вору едет. Это заклинание еще не готово. Там вору едет. Да блять! Говори за людьми. Короче, воруй, блядь, я тебе кое-то включил микрофон, ты фанил просто, я тебя отрубал. Да, да. Ну, с тебя рыбка и рыбав, короче. Ахаза.